Всем привет! С добрым утром! У нас новый день. Я сейчас иду с Даней из поликлиники. Сегодня мы ходили сдавать гемоглобин. У Дани брали кровь из пальчика. Он даже практически не плакал. То есть, мне кажется, у него какой-то высокий болевой порог. Это не может не радовать. В общем, сейчас идем гулять. Погуляем чуть-чуть. Я сейчас пока была в поликлинике, там произошла такая... сцена, ситуация, я не знаю, как это написать, в общем, жесть. Я пошла в очередь в кабинет, где сдают кровь, и прямо передо мной в кабинете была мама с дочкой лет 5-6, то есть взрослый ребенок относительно, ей тоже брали кровь из пальца. В общем, ребенок очень сильно испугался, она не хотела давать палец. Мама посадила ее к себе на колени, дочка начала просто у нее там вырываться из рук, крутиться, вертеться, в общем, дико орать, она прям орала, как вы знаете, фильмы про экзорцизм, вот она прям кричала истошно. Но это не самое страшное, то есть бывает, я понимаю. Но подходит врач, который просто проходила мимо этого кабинета, она не работник этого кабинета, начинает орать на этого бедного ребенка, что типа успокойся, тебе ты что, не видишь там очередь из-за тебя, как тебе не стыдно вообще, и вот именно таким злым тоном, как со взрослым человеком. Потом мама, то есть ребенок у нее сидит на коленях, она хватает ее, держит так, что, ну, как бы за руки, как вот в смирительной рубашке, как бывает, то есть она перехватила ее за корпус полностью. Это сумасшедшая врач, которая орала на нее только что секунду назад, подходит сзади, держит ее, зафиксировала ей голову зачем-то, то есть, видимо, чтобы как-то обездвижить или что. И в это время третья вот эта вот медсестра или кто там, я не знаю, брала у нее кровь из пальца. У ребенка случилась истерика, и это вообще не то, что истерика, там просто была жесть. У меня глаза просто по 5 копеек. Кое-как они изнасиловали просто бедного этого ребенка, взяли кровь, и просто через секунду вот эта врач, которая только что орала, я говорю, на ребенка, выходит и с улыбкой мне говорит: «Ой, как вам повезло, что у вас ребенок маленький, еще ничего не понимает». Просто как будто добрая доктор. Я просто в шоке не с доктора, что она такая сумасшедшая, это как бы ее дело. Я в шоке с того, что как повела себя мама. То есть она своего ребенка не защитила, она наоборот начала тоже на нее орать еще со стороны. В общем, ребенок был просто в шоке. Мне кажется, что в этой ситуации мама должна была защитить своего ребенка именно от этой сумасшедшей докторши, потому что, я говорю, она на нее орала так, как будто она вот... Это просто не описать словами. Она просто ее начала там... Вот, да из-за тебя там целая очередь, как тебе не стыдно вообще, что ты орешь? Вот таким вот тоном, как бы, реально. Ой, я просто, у меня прям мурашки, я рассказываю. И вот мама, да, вместо того, чем просто выйти с ребенком из кабинета, успокоить, например, ребенка, она начала орать на нее с другой стороны. То есть, то, что там испытал ребенок, я не знаю. Она и потом еще 10 минут успокоиться не могла, я как бы не наблюдала. Я не знаю, я в этой ситуации просто даже, я стояла, говорю, у меня рот аж открылся, я в шоке была. Я была в шоке. Мне кажется... со стороны матери этого ребенка, это было предательство, потому что доктор неадекватная, я все понимаю. Ситуация, правда, некрасивая, ну, девочка очень сильно кричала, ну, видимо, у нее есть причина, очень сильно ей страшно было, да, и вместо того, чем успокоить ее или как-то уговорить, или что, ее просто схватили со всех сторон, я говорю, это доктор ее просто вот так вот за шею схватила, вот так вот и держала голову, это как сцена из фильма ужасов, вот честно. И мама, я говорю, она держит ее за корпус, и получается, у нее лицо прям у лица ребенка, она орет ей в ухо: «Хватит, успокойся, как ты себя ведешь?» В общем, я не знаю, такое неприятное впечатление. Да, не так сладко заснул после укола пальчика. Сейчас он проснется, и мы пойдем домой. Все мимо него проходят в поликлинике, говорят: «Господи, какая у вас красивая девочка, почему вы его так одеваете, как мальчика?» Я говорю, он мальчик, просто у него хвостик. «А, ну хвостик, мы подумали, что из-за хвостика он мальчик». То, что как бы он одет как мальчик, это не говорит о том, что он мальчик. Но если у него хвостик на волосах, значит, он точно девочка. Я решила себе устроить утро обжорства, так как я вчера вечером вообще ничего не ела. У меня английский завтрак и кофе. Вот так вот. Решила прогуляться по этому парку. Я здесь ни разу не была днем. Днем здесь вообще никого нет. И фонтаны обычно не работают днем, но сейчас, видимо, лето. Вон какая красота. Даже вечером сюда просто не пробиться. Вечером здесь очень много людей. Просто негде яблоко упасть в прямом смысле. Прям какая красота. Ой, там детки играют. Сейчас пойдем смотреть, что там.
Сейчас пойдем. Привет, дружище. Хорошо все? Дань, ты что такой счастливый? Ой, вон. Так, мы уже дома. Хочу рассказать про то, как у меня прошла встреча с врачом. Я спросила в итоге по поводу его синяков под глазами, как мне кажется. В общем, она сказала, что гемоглобин вообще не так проявляется, его низкий уровень. И что это генетика. Вообще у меня такая же тема. У меня темные круги под глазами именно из-за того, что кожа там тонкая. И она сказала, что так и есть. В случае с Даней тоже. И то, что мы сдавали кровь на гемоглобин, это стандартно, в 9 месяцев все сдают, то есть это не именно индивидуально по показаниям, а просто это стандартная процедура. И, в общем, она сказала, если вдруг там что будет, что очень вряд ли, она позвонит. Но в целом все хорошо. Также она его замерила, рост, вес, все как обычно стандартно. Рост у нас сейчас 74 сантиметра, он за последний месяц вырос на 2 сантиметра, нормально так. Вес 10,8. В принципе, он сейчас медленно набирает вес, но она говорит, это нормально, и она мне сказала следить за тем, как я его кормлю, потому что, говорит, ребенок крупный, его легко закормить, поэтому надо преимущество отдавать все-таки овощам, слишком жирного там всякого там каш в большом количестве не давать. Ну, в принципе, мне кажется, один раз в день каша – это нормально. Я ему даю, получается, на завтрак только кашу, днем у нас овощи, фрукты, вечером творожок или что-то в этом роде. В общем, все хорошо, поэтому переживать не о чем. Привет! Каспер, фу! Иди сюда, Касперок. Сидеть. Давай. Кальни. Мэг. Кальни. Каспер, иди сюда. Он стоит. У нас наступил уже вечер. Мы с Давом пришли в итальянский ресторан, который находится на улице Туманяна. Туманян — это улица. В прошлом видео, как ты говорил, что это проспект, а это улица. Мы ни разу здесь не были. Тут чисто такое супер итальянское место. Вот мы заказали артишоки, говорю, брускетто, да, брускетто и пасты. В общем, мы сейчас посмотрим, как это вкусно или нет. Дани! Давай, это с чем брускетто? Это язык? Это мясо, на язык похоже. Не, это нет. И артишоки, которые я не очень люблю, но все это вкусно. Да. Это самая вкусная брускетта, которую я когда-либо пробовала, ребята. Это очень вкусно. Тут какое-то мяско, это говядина. Ой, огурчик, артишоки. В общем, очень вкусно. Все едят брускетту, а Даня селфи-палку. Вкусно? Это, да, взял себе карбонару. Я себе взяла пасту со шпинатом и моцареллой, по-моему. О, моцарелла. Выглядит вкусно. Да, не той стороной. Не той стороной. Да, вкусная паста. Да. Чего ты смеешься? Вкусно же? Вообще не вкусно. Да. А ты не ожидал?
Это лучшая паста, которую я ела за последнее время. Это очень вкусно. В общем, хочу сказать, что это место мне очень понравилось. Очень рекомендую. Хорошая итальянская кухня. Короче, ладно. В общем, хорошее место. Даня тоже оценил, по-моему, да, Даня? Да, тебе понравилось это место? Да, всем рекомендую. Подходит к концу, и я на этом буду заканчивать влог. Мы сейчас уже поедем домой. Даня будет спать, купаться и спать. И все. Всем спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии, за подписки. И всем до завтра. Всем пока.